наш самый популярный завтрак. Тоненькие блинчики, немножечко красной икры, тартар из лосося, горячий сырный соус и чуть-чуть соуса песто. Блины, конечно же, мы приготовили заранее, но не здесь же мы их будем жарить. Горячий соус из трех видов сыра. Соуса должно быть много. Очень много. Очень много. Очень много. Тартар из лосося. Красная икра. Песто. Завтрак истинного гурмана. Блины, итальянский сыр, икра мурманская. Это же российско-итальянская дружба.